такой вот город Нальчик. Такой вот. Сегодня у нас хорошая погода. Вот. Так что вот так вот. Сейчас. Люди, когда работают, надо на встречу. Не, ну в общем, я думаю, что я без это если. Я Лену свою заберу, это знаю, что она вперед поставит. Далее! О!
совсем по правофланговому, во первой шеренге. При повороте головы налево должна быть видна грудь четвертого человека. Все, вы там крутитесь, как на сковородке жареные. Руки опустите до бедра. Что там за команда? Эльбрусская команда. На линию, Густав Васильевич, на линию выйдите. Ровно, ровно, чтобы было. Спасибо, как сами. Все, кто здесь выступает, все присутствуют, пожалуйста, вот на эту линию. Сейчас вы заходите вперед, вот на эту линию. Какой район? Нальчик. Там с Нальчика две команды. Район какого? Нальчик. Забить еще в это, подбить чуть-чуть, нельзя? У них же юноармейская форма. Со мной не патрол. Я вас, здрасте. Вас неровно. Ничего, ничего, я все запомню. Я все запомнила. Сама. Сахохор. Равнение на середину. Товарищ председатель, команды для участия в третьем этапе на кубок главы Кабардино-Балкарской республики построены. Заместитель председателя Мисаков. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ! Значит, вот он и назвал председателя, а не председатель колхоза, я товарищ полковник. Еще раз. За место председателя полковника. Одновременно отвечаете. Здравия желаем, товарищ полковник. Понятно, да? Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! И проведение третьего этапа республиканских соревнований военно-патриотических клубов по нормативам ГТО в рамках международных армейских игр и игр армии 2021 на кубок главы КБР предоставляется председателю ДОСА в Кабардино-Балкарской республике Закуеву Мухаджидову Аскербиевичу. Добрый день, уважаемые гости, дорогие наши ветераны, руководители, дорогие наши участники сегодняшнего мероприятия. Мы одни из самых лучших команд, которые участвовали в первом, втором этапе на уровне образовательных учреждений, на уровне муниципальных районов и городов. Здесь мы сегодня будем отстаивать честь районов, своих школ. Поэтому желаю всем выложиться максимально в играх 2021. Победителю команды, кто займет первое место, будет в лучшем переходящий кубок.
кто первые, вторые, третьи места займут, будут вручены сертификаты участников. Желаю вам всего самого наилучшего и лучших результатов. Спасибо. И правоохранительных органов поздравить вас с участием в соревнованиях в рамках проводимых соревнований по ГТО, по выполнению нормативов ГТО. Хочу пожелать вам, прежде всего, воли, настойчивости в выполнении этих нормативов. Звучит очень здорово. Готов к труду и обороне. Так исторически было и так должно быть. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, успехов, чтобы вы эти соревнования использовали для того, чтобы опробовать себя, свои силы. И, знаете, в будущем вы все будете защитниками Отечества. Кто-то на постоянной основе, так или иначе, солдат слабый физически, немыслим. Поэтому заканчивая свое выступление, мускул свой, дыхание и тело используй, тренируй для военного дела. Спасибо! Добрый путь! Слово предоставляется председателю Совета ветеранов ДСАФ Манского Хусейну Хагяшевичу. Уважаемые участники спартакиады, дорогие друзья, здесь собрались самые сильные, самые дисциплинированные и самые волевые ребята, которые отобраны на районных соревнованиях спартакиада, которые проводились. Я хочу поздравить вас и пожелать вам успеха в этой соревновании. Я одновременно хочу сказать, в прошлом году вот на этом стадионе работала комиссия для поступления в высшие средние учебные, военные учебные заведения. И нам было в это время работал. Так отдельные ребята просто не могли пробежать 3 километра. И в результате они не попали в высшие военные, чтобы получить положительный балл 15 раз. И надо было пробежать 3 километра. 3 круга пробегут, и все. Председателю исполкома боевого братства Абанокову Владимиру Казуковичу. Уважаемые участники соревнований, уважаемые гости, ветераны, ваши соревнования проходят в преддверии великого праздника, Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вы преемники Великой Победы, которую достали наши отцы и деды. Будьте достойны ее. Вы будущее нашей страны, нашей республики. Мы гордимся вами. Успехов вам и всего хорошего. На все виды. То есть у вас все виды будут в круговую. Допустим, Чегемский район пробежал 60 метров, потом он переходит на прыжки в длину, потом он переходит. И так все будет в круговую. У вас каждого будет свой волонтер. Волонтеры, пожалуйста, каждый со своим районом встаньте сейчас. Смирно! Равнение направо! И раз! Молодцы!
Чекистская команда. Как можно прыгать в 50?